Кажется, игроки, как и я, ощущают всю важность того, что будет происходить сегодня на поле. Завоевание кубка, путь к кубку, огромная задача и огромное достижение. И самое интересное, мне кажется, что я даже знаю, что за команда выиграет этот кубок, но все карты сейчас раскрывать не буду. Защитник получает мяч. Рикельме. Вия. Сдержали атаку. Пике. Фабригас. Защитник уверенно набирает мяч. Ну, скажем так, слишком оптимистичная попытка удара. Мог бы придумать своим бутсам применение получше. Аймар. Луис Гонсалес. Рикельме. Иньеста. Фабригас. Какой воинственный подкат. Можно играть. Мяч может оказаться в угловой. Угловой. Посмотрим, что они смогут извлечь из стандарта. Мяч выкатывается за линию поля. Будет угловой. Замечательно сыграл. Фабригас. Фу, как их много. Что-то задумали. Можно продолжать атаку. Мяч и игрок смотрятся как одно целое. Дальний удар. Мяч идет в сторону ворот. Промах, но удача была близка. Да, такой удар никуда не годится. Было очевидно, что он не сможет отнять мяч, но он все же попытался. Команда полностью перешла на чужую половину поля. Хави. Теперь мяч у защитника. Это Аймар. Атака была очень опасная, но защита, нарушение и штрафной. Да, удачный пас. Сильва. Решительная игра в обороне. Месси. Ну давай, мяч. Лично у меня никаких возражений. Арбитр подает сигнал. Точный удар. Команда совершила прорыв, в итоге счет 1-0. Луис Гонсалес. Месси. Ну и наказывать. Наказывать карточкой. Нет, по-моему, этого не будет. Судья посчитал эпизод недостаточно жестким. Да, этот эпизод заслуживает желтой карточки. Я полностью согласен с судьей. Хорошо. В сложной ситуации футболист. Хави. Что ж, это аут. Он полностью контролирует мяч. Что они предпримут теперь? А ведь это был реальный шанс. Пике.
Хави. Совершая подкат, игрок помахнулся по мячу. Ну, еще немного. Дожать. Защита играет ну просто феноменально. Ну, сойдет. Мяч в руках голкипера. Мяч в воздухе. Серхио Рамос. Судья показывает, ничего не было. Рикельме. Вся команда отошла в оборону. Требуется подкрепление. Голкипер далеко выбивает мяч в поле. Игрок отдает точный пас. Хави. Иньеста. Игроки перебрасываются мячом. Ух, не зря этот парень в воротах. Ты не запугаешь этого вратаря финтами. Водись сколько хочешь, все равно ворота закрыты. Фабригас. Сильва. Мяч отлетает от вратаря. И они получают право на угловой удар. Вот зачем футболист угловой. Команда сравнивает счет. Так хотелось борьбы, интриги, и болельщики ее получили. Счет равный. Все зависит только от усилий игроков, но еще немножко от удачи. У этого парня в запасе еще парочку трюков наверняка. И он теряет мяч. Ну, растяпа! Теперь Аймар. Отличная игра в обороне. Ну это ж футбол, а не марафонский бег с мячом. Ну отдай уже. Не торопится команда с развитием своей атаки. Хави. Мяч уходит вниз. Первый тайм заканчивается со счетом 1-1. Потея. Дальний удар. Удастся поразиться. Сильва. Хави. Защитник получает мяч рядом со своей штрафной площадкой. Прекрасный шанс забить гол. Месси. Очень четкий перехват. Просто неустанно манипулирует сегодня игрок в ожидании паса. Ну же! Перекладина. Мяч в игре. Фабригас. Очень своевременный перехват. Какой уверенный подкат. Четко в мяч попал. Следуют протесты, заявление, что был фол, но арбитр считает, что все чисто. Кажется, судья собирается достать карточку и показать ее футболисту. Да, это желтая карточка. Думаю, даже болельщики со мной согласятся. Конечно, я не всегда согласен с судьей, но это не тот случай. Оборона контролирует мяч. Фабригас. Вильня. Серхио Рамос. Хави. Отличная защита. Месси. Мяч как будто прилип к ногам. Фант. Эта ошибка может стоить команде очень дорого. Игрок бьет издали. Легкий мяч. Вратарь без труда берет его. Голкипер сегодня ну просто монстр. И реакция, и грамотное расположение в воротах, и хватка какая! Нужно побороться за этот мяч. Да, это гол!
Даю советы. Если вы хотите обмануть самого профессионального вратаря, бейте в нижний угол ворот. Взять такой мяч невозможно. Ну или практически невозможно. И гол. Итог комбинации. Гол. Игрок бьет поворотом. Я надеюсь, вы не собираетесь обвинять игрока в непрофессионализме. Посмотрите, сколько там было защитников. Он все-таки провел удар, и это уже достижение. Хави. Фабригас. Рикельме. Серхио Рамос. Удар в расчете на то, что вратарь потерял бдительность. Сильва. Фабригас. Хави. Вилья. Хави. Хорошая передача на половину соперников. Очень важный перехват. На высоте сегодня защита. Вальтер Самуэль. Красивый какой прием. Хорошо, рассудительно. Месси. Последний защитник. Остался вратарь только его, и ворота взяты. Хорошо сыграл вратарь, и во многом благодаря тому, какую удачную позицию он занял. А кто ее выбирал? Сейчас главное быстро принять решение. Давай же! Ни один вратарь в мире не смог бы поймать этот мяч. И не надо со мной спорить. Прямо в нижний угол. Такой удар можно достать только из сетки. В какой-то момент мне показалось, что команда сейчас пропустит. Но нет, они еще и забили соперника. Мяч и все. Месси. Из такого множества продолжений выбрать худшее. Мяч потерян. Опасно. Фабригас. Рикельме. Хорошая позиция для аута. Выбивает головой мяч. Вальтер Самуэль. Месси. Мяч переходит к нападающим. Ясо. Это почти гол. Свисток судьи. Пенальти. Штрафная площадь скоро. Фабригас. Иньеста. Фабригас. Хави. Атака остановлена в зародыше. Месси. Рикельме. Просто необходимо выжать максимум из этой атаки. И он отбирает мяч у нападающего. Прессинг на черной половине поля, и мяч отобран. Вия. Игроки выразительно смотрят на судью. Все понятно без слов. Штрафной удар. Какие-то странные решения сегодня у судьи. Я не понимаю, почему здесь только штрафной. Теперь мяч у защитника. Приближается конец матча. Однако сколько мы видели драматичных развязок. Пока команды идут довольно ровно. Шансы есть. Хави.
Судья, покажи, если ты способен. Зачем у тебя карточки вообще? А это не понравилось. Предупреждение. Прав, судья, по-моему. Место. Рикельме. Подкаты бывают очень опасные. Их нужно буквально до миллиметра выверять. Четко взаимодействует команда. Месси. Какой шанс изменить счет? Луис Гонсалес. Главное не заигрываться в этой ситуации. Фабригас. Хави. Сильва. Это Аймар. Нельзя здесь терять мяч. Ох, нельзя. Рикельме. А вот и пас. И судья объявляет об окончании этой красивой игры. Финальный счет 3-2. Вам нужно моралей? Их есть у меня. Тем более, что мораль проста. Не упускайте свой шанс. Победители старались как могли, и победа у них в руках. Спасибо командам за эту игру. Отдельное спасибо моему коллеге Василию Соловьеву. Василий, играйте и вы тоже в футбол. До свидания.